27 ноября 2023 год. Счастливый день для котят. Для котят так вообще просто добрый-добрый день. Это, друзья, с первых строк сразу скажу. Надо срочно пристроить. Осталось опять котят классных. Три мальчика и две девочки. Смотрите, какие они классные. Просто ситуация на работе обостряется. Вот. Сутки я как бы прикрываю их, крышую в тепле. А другие сутки как бы они, вот видите, на улице живут. Но вы не думайте, что они беспризорные. Они классные. Кошка Муся их воспитала. И это уже второе поколение. Первое поколение я забрал себе домой. Вот здесь я работаю. А вон там через забор я живу. Мы прошли с ними потопление, прошли капитальный ремонт. Коты классные. Вот посмотрите YouTube-канал Владимир Стороженко. У меня два котика осталось. Четверых просто выпросили друзья, знакомые. Кто по работе там с женой, кто по работе со мной. Вот, друзья, реально выпросили котиков. Они тренированные, классно, в любви, игручие, умные. Ходят там куда надо, в туалет. Кушают все, и сухой корм, и свежемороженную рыбу, и супчики, и кашки. Не надо специально заморачиваться. Но они классные друзья. С ними можно пообщаться, поговорить. Они все понимают. Ну что, поехали? Вова пришел на смену. Поехали. Поехали в тепло. А то вот тут в замкнутом пространстве. Тут и рахизм можно заработать. А сейчас с Вовой будем тренироваться. Все, сейчас вот я порядочек наведу. Ну, я так думаю, что долго это не продержится. Как бы, поэтому уже просто ситуация скоро обострится вообще. Поэтому это, друзья, помогите, котиков надо в хорошие руки, они этого заслужили, и вам будет счастье, и вам будет счастье. Мы им дали начальное вообще базовое. Им годик, ой, им месяц. Мы их подобрали 30 октября. Сегодня 27 ноября. Смотрите, как они сейчас активизируются. Давайте я вам покажу каждого. Вот. На работу заступил. Смотрите, вот это пацан. Вот это пацан. Пацан, смотрите, ну сейчас понятно, что сутки на морозе был. Смотрите, какая мордаха у него. И потом посмотрите видосы мои, какие они счастливые. Когда они вот в таких условиях, когда у них много места. Вот эта кошечка, черненькая, одна из шестерых. Одного забрали уже, это кошечка, смотрите. Глазки у нее меняются, светлеют. Были сначала темно-синие, смотрите, начинают шкуроходить. Муся. Все нормально, Вова пришел. Сейчас будет все нормально. Это кто у нас? Это пацан, смотрите, пацан. У них на лбу вот такие вот, как... Они будут как майкуны. Сейчас они, конечно, испуганные сутки на морозе. И посмотрите, как они сейчас активизируются. Будут вообще обалденные. Ну, давай, отпускай. Они, у них вестибулярный аппарат, прям как кошки-кошки. Сейчас я им тренажер поставлю. Ну давай. Давай, давай. Давай, моя хорошая, Вова пришел. Смотри, посмотри, посмотри. Девочка, смотрите. Красивенькая. Она шустрая. Она вылазит из коробки уже. Вот нарастили еще коробку на метр, еще 50 сантиметров нарастили. Это девочка. Смотрите, какая красивая. Да, молодец. Давай. Смотрите, начинает шкуроходить. Вот. Ну-ка. Не думайте, что они беспризорные там из-под... А это кто у нас? Это девочка. Вот она, смотрите, Фортуна. Я ее, наверное, себе заберу. Она фартовая, потому что через нее спаслись все котята. Через нее 29
октября. Кошка Муся подкинула ее нам. Мы ее 8 суток из пипетки выкармливали. Смотрите, какой у нее рисунок ярко выраженный. Фортунка. То же самое дежавю, повторилась история, как весной 29 апреля я подобрал фарта черненького, который у меня живет. Белые, там у него немножко есть белая шерсть на пузике и белая шерсть на грудке. Черный фартик. Посмотрите YouTube-канал Стороженко Владимир. Там коты. Коты в дом, деньги в дом. Благодаря им мы попали в газету «Коммунар». Потоп пережили. Вон они начинают. Ну, давай, отпускай. Смотрите, она. Смотрите, какая цепкая. Видите? Сильные. Они вообще реально. Вон, Муся в интернет уже выходит. Они все знают про сетевой маркетинг. Кошка Муся 4 месяца у меня жила. Лето все. В павильоне. Все, сейчас им. Горшочек, они в горшочек ходят. Показываю, как есть, друзья. Просто есть как бы неправильный миф, что типа неблагородные, да они умнее еще благородных, породистых. Они реально умные. Кошка Муся реально умная. Она не просто так, она в гостинице. Тут перегоны, перекупы автомобилей, автомобилей из Японии. Кошка Муся реально умная. Давайте, вот такие тренажеры вам. Сейчас они тут будут шкуроходить вообще. Сейчас покажу фонарь. У меня вот фонарь 336 светодиодов. Вот такие они. Смотрите, как у них. Все, Вова пришел. Все, играются они. Ну, сутки через сутки у них. Видите. В замкнутом пространстве сутки через сутки, просто чтобы не замерзнуть. И потом сутки у них счастья. Но это у нас третья смена вот такая. Просто уже до кипиша на работе. Друзья, надо разобрать. Надо разобрать в хорошие руки. Подарим из Уссурийска. Можно в Хабаровск отправить, можно во Владивосток. Ездят друзья с Аказией часто. Котята из хорошей семьи. Вот. Поэтому вам повезет. Повезет. Вы потом будете благодарны еще. Подарим. Два мальчика, три девочки. Все. Деньги в дом. Коты в дом, деньги в дом. Вон, видите, как играются, играются. Вот, видите, какое счастье. Поэтому одного уже котика забрали, хорошие ребята. Добрые. Все, помогай Бог. Сейчас покормим. Да, Муся? Давай. У Муси тут вообще вчера приезжал ее. Рыбка, плов. Все, корма он принес. Ну все, друзья, цель видео. Ну, мы не жалимся. Мы все преодолеем. Просто вам может повезти. Понимаете? Вам может повезти. Не упустите свой шанс. Не упустите свой шанс. Приобретите себе друга.